Ну что ж, очередная локация. Проходите, она называется штаб региона. Ожидаем народ, чтобы вы собрались и побежим сейчас. Ну что ж, добежали и ожидаем чуда. Когда добегут все и погнали. Ну что ж. Квест взяли, он дает 3 миллиарда, это примерно 0,04% на уровне. Слушай, поехали. Меняем панельку. Раз, два, чтобы... Так, бафы на розочку. О, 90. Так, на деф все. Красиво. Замечательно. Сто 14 000 здоровья. Какая прелесть. 15 000 тысяч защиты. Ну. Смотрите, как все это делается быстро и красиво. Просто превосходно. Они даже пикнуть не успели. Так, хил, держи меня. Ух, машут. Машут, машут, махают. Просто нечто. Да хоть замахайтесь, ребят, мне не жалко. Давайте, все на меня. Так, живем. Не расслабляемся. Ух, мах. Махи-то какие, ребят, смотрите. Это, конечно, нечто. А это пик, хрена себе, у него нос удлиняется. Вчера вроде ходил. Так, нормально. Так я, ребят, когда вот поясню ситуацию, что мне не нравится тут. С одной стороны, вот, надо ходить надо, ребят. Я, конечно, понимаю, я так, где я не успеваю с кланом, я успеваю в солянке. Но если солянка порой то есть, а ее нету. Это немного печалит все-таки. По той простой причине, что ты настановишься на разрыв совсем. Вот, давай, сек. Хиль меня. Смотрите, как все быстро и красиво делается.
Ай, к сожалению, я разорваться не могу, так как локация откатывается везде как бы. То раз, два раза в неделю. Вот, продолжим. Литму Макады. Что ж, литу мы съели. Что ж, без литы делать будет. Иди сюда. Иди сюда. Иди ко мне. Каюк покинул. Намак как дымак, коричек. Просто нечто. Ну, приятно ходить уже. Просто приятно. Смотрите, никаких лишних слов. Опыт подкапывает, красота, вес. Так. Это все выглядит просто великолепно. Вся толпа превращается резко просто в окаменелые трупы. А как следствие, бесполезная куча времени. Мобов, которые просто падают. Ой-ой-ой, хрена себе мне прописали. Я, конечно, спецом прокидываю, чтобы меньше они дамага наносили. Но макросе, конечно, тем не особо удобно. А этот-то что, новобранец? Иди сюда. Он не понял, что это на него с ним сделали. Хрена себе, ребят, можем мне такой бабчик? 50% атаки и скорости атаки. Сила и скорость атаки 50% сверху. Великолепно.
Поехали. Пиху. И живем. Так, ну, Георгий. Да, Георгий. Так. Что-то мои дебафы больше, чем эти. Смотрите, как все быстро идет. Я ничего не ускорял. Вот что значит хороший ДПСер. О, вторая рапса. А танка главное тут две бафы. И держать на себе, вот и все. Так как у танка ДП защита хорошая, поэтому. Тут же самое главное не бить масухами, чтобы не вылезали мобы. А во-вторых, вторая причина. Тут дебафы нужны хорошие, то есть чтобы он наносил меньше урона и он отхиливается. У меня вампирик есть, от которого он отъедается с собака. Все-таки как не держи, я его порой не могу удержать на себе, поэтому не всегда получается, так сказать, держать все это дело. Но лучше, чем я обычно хожу, по той простой причине, что... А, вчера, называется, сходил и обматерился весь, потому что они просто валились.
встань и стоял по 13 секунд. Это, конечно, нечто. Вот это было реально обидно. Потому что, считай, падаешь в форме, когда ты без денег. То есть, толку от тебя никакого резко становилось. Вот и все. Зов эмбрио. Тут... Что там? Ага, страшно. Так, товарищ танк, ну давай и договорись, как танк с танком. Ты никого не трогаешь, ты никого не агришь. Мы тебя сливаем и уходим. Согласен? Если нет, то почему? Еще чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. СП 10% почти, что жесть. Опыта 20. Зато смотрите, как быстро и красиво светит. Стягиваю напоследок, давайте. Отхиливаться он теперь не сможет. Ну вот и все, смотрите. Красиво у него бафы, я так и хочу. При его-то защите такие бафы — это нечто. Вот и все, ребят. Ну что ж, чем же нас дроп порадует? А дроп нас радует тем, что телепорт в лагерь Blackbird, обработка на доспех свиток, модификация доспеха R. И все. Ну что ж, а с вами был Дмитрий. Спасибо, что смотрели. До следующих встреч. Пока.